Здравствуйте, уважаемые садоводы! Какие сорта свеклы подходят для посадки под зиму? Так вот, подзимние посевы производятся для получения раннего урожая. Свеклу, выращенную при таких посевах, употребляют в течение летнего периода. Для осенних посадок предпочтительны будут ранние сорта, устойчивые к холодам и образованию стрелок. Вот некоторые из них. Первая – подзимняя А-474. Ранний сорт с овально-круглыми формами корнеплодов темно-бордового цвета, массой 200-300 граммов. Имеет хорошие вкусовые качества и лёжкость. Далее красный шар. Раннеспелая, холодоустойчивая свекла с массой округлых плодов 250-300 граммов. Имеет сочную темно-красную сладковатую мякоть. Далее несравненная А-463. Это среднеспелый сорт, устойчивый к некоторым заболеваниям и не склонный к стрелкованию, также лёжкий. Мякоть имеет темно-красный цвет и высокие вкусовые качества. Далее Паблоев 1. Высокоурожайный сорт голландской селекции, имеющий небольшие корнеплоды, массой от 120 до 180 граммов. Корнеплоды насыщенного красного цвета, без намека на кольца. Это среднеранний гибрид, устойчив к холодам и некоторым болезням. Далее Пронто. Это голландский сорт средних сроков созревания с округлыми вкусными плодами небольшого размера, около 150 граммов. Этот сорт урожайный и хорошо хранится. А вот египетская плоская – это хорошо известный среднеспелый сорт, имеющий короткую ботву и хороший вкус. Округлые плоды сплющены, бордового цвета, вырастают массой от 300 до 500 граммов. Далее среднеранний сорт отличных вкусовых качеств, Бордо 237, не склонный к цветушности, с мякотью бордового цвета. Цвет корнеплодов темно-фиолетовый, а масса от 250 граммов до 500. И наконец северный шар, ранний холодостойкий сорт, устойчивый к цветушности, лёжкий. Масса корнеплодов от 150 до 350 граммов. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях. А также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!